Здравствуйте, с вами астролог Ермолина Татьяна, и в этом видео я хочу вам рассказать прогноз на полнолуние, которое случится 14 декабря в знаке Близнецов. Это полнолуние очень мощно может проиграться в жизни многих из нас. В карте его напряжение и динамика. Юпитер противостоит Урану, и это противостояние имеет прямое отношение к Солнцу и Луне. Сатурн в соединении с полнолунием и в благоприятном аспекте к Юпитеру, а Марс подчеркивает всю скорость жизни, которую полнолуние принесет нам под этот Новый год. Так что если вы планировали расслабиться, то возможности такой в ближайшее время не предвидится. Сама тема полнолуния близнецовская. Это тема общения, передвижения, договоренности и образования. Нам не просто придется заниматься этими вопросами, нам придется полностью включенными в эти ситуации. Вероятно, для многих из нас полнолуние будет поворотным в отношении с кем-то очень значимым. В чем-то нам предстоит себя ограничить, что-то из нашей жизни убрать. Возможно, это будет непросто и даже драматично, но обновления уже нужны, потому что мы слишком долго держимся за старое и отжившее. Революция будет в жизни у каждого из нас, но вот последствия ее особенно хорошо на себе ощутят именно те, у кого есть что-то важное в 17-22 градусах воздушно-огненной стихии. В дни полнолуния, а это с 13 по 15 декабря, не стоит назначать никаких поездок и важных переговоров. Как полагается, сам день полнолуния будет инертным, так что раскачаемся мы в нем навряд ли. А вот предыдущий день может быть крайне перегружен работой и всякими слухами, сплетнями. Всем полнолунным, то есть рожденным на полнолуние, в эти дни стоит вести себя особенно аккуратно. Аспекты этого события говорят о том, что наши амбиции сейчас неадекватно раздуты, и с небес нас могут спустить очень жестко. Так что стоит оценивать все риски, прежде чем мы начинаем что-то делать. Сейчас авантюристы всяческих мастей и званий могут усиленно взяться за доверчивую аудиторию. Так что вкладывать серьезные для вас суммы в непроверенные финансовые схемы не стоит. Причем, как и подписывать какие-либо бумаги, они в эти дни нуждаются в тщательной проверке, прежде чем вы будете их согласовывать. Есть в карте полнолуния то, что может обрадовать каждого из нас. Марс не в самом для себя агрессивном знаке Водолея, делает благоприятный аспект полнолунию, а это значит, что все связанное с конкуренцией, здоровой, беззлостной, почти спортивные, соревнованиями и достижениями должно получить поддержку звезд и принести хорошие успехи. Пожалуй, достаточно важным это полнолуние может стать для всех огненных и воздушных знаков, то есть стрельцов, львов, овнов, близнецов, водолеев и весов. Немного неуютно себя будет чувствовать стрельцы, для них это время достаточно напряженное, а вот динамичным оно может получиться именно для водолеев. Но обо всем по порядку. Для овнов это полнолуние может стать очень важным. Эффект от этого планетарного события вы будете ощущать еще долго. Особенно это касается тех из вас, у кого Солнце находится в 18-20 градусах Овна. Полнолуние в первую очередь коснется темы ваших договоренностей и общения с другими людьми. Это период интенсивных переговоров, появления интересных предложений в вашей жизни. Помните, что непроверенная информация может нанести существенный вред. Так что используйте все возможности ее подтвердить перед тем, как согласиться на предложение. В ближайшие дни полнолуние обещает вам поездку. Только не делайте из нее рабочего визита. Она должна быть релаксационной. А вот у тельцов могут быть серьезные проблемы с близкими для них людьми из-за собственных трат. Предновогодние хлопоты и текущие расходы не оставляют возможности вам расслабиться. Вы напряжены и немного разочарованы собственным финансовым благосостоянием. Все это не очень положительно сказывается на вашем общении с другими людьми. Возможно, в ближайшее время вы даже будете подумать о займе. Вообще, вопрос финансов действительно стоит очень остро, но сейчас займы делать не стоит. Вы слишком порывисты и необдуманы, слишком быстро бросаетесь в такие мероприятия. Сначала вам надо снять напряжение, потом подумать о том, какие еще варианты существуют для того, чтобы поправить сейчас ваше состояние финансовое. Важным полнолуние станет для тех, у кого Солнце находится в 24-26 градусах Тельца.
У близнецов полнолуние в их первом доме, а для некоторых из них, из вас, еще и прямо на солнце. Это очень значимое действительно явление, и оно особенно значимо для тех из вас, у кого солнце находится в 21-23 градусах близнецов. Полнолуние обозначает очень заметное время для вас. В ближайшие дни, а то и недели, оно подарит вам инициативу и желание лидировать. Пожалуй, именно на ваших амбициях оно вас и сфокусирует. Сейчас вам важно понять ваши истинные намерения. Под конец года у вас накопилось много нереализованных желаний, так что ваша стремительность и энергичность должна находиться под вашим полным контролем, чтобы вы не разбазарили ее бессознательно. Расставьте приоритеты и прикиньте, что важного и нужного вы сможете сделать еще в этом году. Придерживайтесь этого плана ближайшие 2 недели. А вот у раков это полнолуние может вообще никак не отразиться на их делах или эмоциях. Для вас это время достаточно пустое. Ну, если вы привыкли погружаться в саморефлексию, то в ближайшие дни вы можете это сделать с успехом. Вообще остановить поток мыслительный и немного присмотреться к окружающему миру сейчас для вас очень важно. У вас был интенсивный год. Сейчас наступает последняя его часть. Так что провести внутреннюю ревизию и спокойно посмотреть на ту обстановку, в которой вы живете, просто необходимо. Эмоции в эти дни будут притуплены и неактивны, что создает хорошую перспективу для объективного исследования. В профессиональной сфере в ближайшие дни вам могут прийти интересные предложения. Но у звезд есть совет для вас: не решаться на перемены до 18 декабря. Львам может крупно повести на это полнолуние. Это везение достанется вам в честной и открытой борьбе с конкурентами и другими претендующими. Возможно, вы выиграете тендер буквальный или фигуральный на спонсирование своих идей. Сейчас ваша креативность и творчество очень помогают вам решать проблемы, перешагивать через преграды и достигать цели. Вас верят окружающие и единомышленники. Именно от таких идейных вы получите поддержку. Так что в самом конце этого года скучать вам не приходится. Еще очень многое надо успеть перед тем, как вы уйдете на длинные каникулы. Особенным это полнолуние будет для тех из вас, у кого солнце находится в 24-26 градусах Льва. Девам это полнолуние обещает небольшие трудности. Ну, вернее сказать, что масштаб затруднений будет напрямую зависеть от того, насколько карта полнолуния резонирует с вашей картой рождения. Если ваше солнце находится в 21-23 градусах Девы, то влияние полнолуния может быть достаточно заметным. Сейчас ваше внимание обращено на тему профессиональную. Там должны произойти какие-то перемены. Вы их ожидаете, но деталей предугадать вы не можете. И как и исхода этих перемен. Поддержки сейчас вам ждать, честно говоря, не от кого. Карта полнолуния говорит о том, что разговоров о помощи будет много, но реальных помощников вы так и не найдете. Вам в эти дни важно договориться, проанализировав ваши шансы на успех. Если вы справитесь с коммуникационной задачей, то справитесь и с переменами. Для весов это очень важное полнолуние. Оно отражает всю нестабильность и внутреннюю, и внешнюю, которая сейчас присутствует в вашей жизни. Вероятно, вы стоите на пороге каких-то изменений. Несмотря на то, что вы сами являетесь их автором, вам очень сложно решиться на настоящие шаги. Вот это полнолуние может стать водоразделом между вами настоящими и вами будущими. Конечно, многое зависит от того, в какой решимости, в какой фазе решимости вы находитесь. Но в случае серьезной решимости ближайшие дни будут вам хорошим подспорьем для изменений. Что ждет вас впереди, вы не знаете, но предупрежден, значит вооружен. Дело примет для вас совсем непрогнозируемый оборот. Однако самые смелые будут почивать на лаврах. У скорпионов это полнолуние, возможно, вообще никак не отразится на их жизни. Если оно и имеет какое-то значение, то больше психологического характера, чем ситуативного. Под самый конец года вы стремитесь как-то реализовать желание подытожить свои усилия, обозначить пути дальнейшего развития. Полнолуние очень подходит для таких мероприятий, но сейчас у вас в душе
апатия и какое-то такое разочарование от сложившейся ситуации. Вы любите все драматизировать и усугублять. Так что вот таким самоедством и самокритикой ваша голова занята в ближайшие дни. Полнолуние может вызвать ваше недовольство к жизни, а там только держись. Совет от звезд. Не рефлексируйте в эти дни, у вас все идет нормально. Без серьезных взлетов, но и неудачи вас тоже минуют. Проживите эти дни в работе и беготне. Не задумывайтесь, а то можете демотивировать себя надолго. А вот стрельцы могут быть любимчиками этого полнолуния. У вас есть очень ответственный сейчас период, и, быть может, даже вы не понимаете всего груза, что вы держите на своих плечах. Скорее всего, вам придется быть включенным во все жизненные процессы, что сейчас происходит. На автомате что-то решать не удается. Именно поэтому полнолуние для вас и важное, и очень напряженное. Вы не планируете что-либо менять в своей жизни, но перемены уже не за горами. Держите руку на пульсе и ждите, что к вам скоро придут с интересными предложениями и свежими идеями, в которых вы, как личность и одаренный человек, будете играть весьма заметную роль. Особенно важным это полнолуние может оказаться для тех из вас, у кого Солнце находится в 21-23 градусах Стрельца. У козерогов на это полнолуние в профессиональной сфере могут возникнуть новые обстоятельства, которые поставят под угрозу существующие проекты. Посмотрите на то, что сейчас происходит вокруг вас. У ваших конкурентов вы находитесь в идейном поиске, а быстро меняющаяся обстановка только подливает масло в огонь. Так что изучать, как с этим справляются другие, очень важно и полезно сейчас. Что-то должно измениться в вашем подходе к ситуации. Это для вас будет вызовом и серьезным рывком вперед. Полнолуние достаточно напряженно действует на ваш знак, но напряжение и трудности – это ваши драйверы, так что не упустите шанса заработать и получить на этом больше, чем вы предполагали. Если кому и на руку это полнолуние, то именно Водолеи. Оно зарядит вас огромным количеством энергии, энергии созидания и приумножения. Не спешите получать дары прямо сейчас, так быстро это не произойдет. Ваша энергия и настойчивость будут проявлять себя медленно, но через несколько дней вы ощутите огромный внутренний вызов, который будет на руку и вашим личным делам, и вашим делам профессиональным. Главное, чтобы вы использовали подаренные вам звездами возможности верно. Если вы будете готовы к действиям, но не совершите их, то разочарование может стать причиной излишней конфликтности прямо под Новый год. Непростое время обещает полнолуние для рыб. В семье вашей не все спокойно, и вы будете решать вопросы ваших близких в ближайшие дни. Может быть, вам придется даже перекроить ваши предновогодние планы, а то и полностью отказаться от каких-то из них. Есть вероятность, что полнолуние остро поставит вопрос с недвижимостью и с переездом. Так что если вы планировали сделки с недвижимостью, то в ближайшую неделю они могут состояться. А переезды этих дней будут внезапными и стремительными. Потому держите чемоданы наготове. Вот таким я вижу предстоящее полнолуние, которое произойдет, напомню, 14 декабря. Ставьте лайки к этому видео и делитесь им с друзьями. Пишите мне в комментариях, что вы ждете от этого полнолуния и как оно влияет на вас. Как оно повлияло на вас, вообще как планеты повлияли на вашу жизнь. Дружите со мной в соцсетях, я делаю интересные публикации не только по поводу астрологии, но и по поводу саморазвития. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь еще очень много нового интересного я планирую для вас размещать. Если вам интересна индивидуальная работа со мной, то пишите ко мне в Skype, который есть в этом видео и в описании под этим роликом. С вами был ваш астролог Ермольна Татьяна. Удачи вам и до свидания.